такие карасики. Привет, друзья, приехал на рыбалку, пробовать ловить карасика. Вот такое место, болотное место. Будем пробовать здесь ловить его. Воды здесь мало. Кругом камыш по обе стороны растет и трава. Но по идее карась должен здесь водиться. Сейчас закормим место и будем рыбачить. Все, все, погнали. Да, поплавки мы закинули. Сейчас немножко закормим рыбку. Вот у нас горох вареный и перловка немножко здесь. Закидаем ее, то еще немножко. Все как-то так. Немного прикормили рыбку. Теперь же будем ждать поклевки. Глубина здесь небольшая. Сантиметров 30-40. Вот утятки, смотрите. Сейчас утки выплывут. Вот этих маленьких утят. Аккуратно выплывает из камыша. И вот они поплыли. Наш прикормку кушает. Даже не боятся. Вот-вот поплавок ложится, подлещик или карасик. Так красиво ложит. Давай, давай. Влажу до конца его. Карасик попался. Хороший. Карасишка попался. Вот такой. Вот он, буйный. Вот он, первый карасик. Хорошенький такой. Ух, какой буйный. Сейчас здорово положим. Опа. Вот такой. Все, первая рыбка есть. Насадим его побольше крючок, червячка. Осталась, друзья, поклевка. Поклевочка. Вот он, вот он. Сейчас потащит. Вот. О! Ого! Карасик попался. Карасишка попался, еще один.
Вот он. Такой. Клев начался. Опа-на. Вот такой карасик. Глубина небольшая, 30 сантиметров, 40 максимум. Тащу. Окушок попался маленький. Огонь, огонь, огонь маленький. Вот он какой малыш. Да, заглотил прям аж. Сильно проглотил крючок, а то кошка мало. Оставим. Камера заклевала. Вот он, вот он, вот он. О! Вот это карасик попался. Смотрите, хороший. Карасик летел. Даже карасик и окушок вместе попались. Окунька мы отпустим. А карасик хороший. Прям смотрите, такой крупный. Ух, какой резвый. Ух, ты что здесь творишь? Вот он. Так, так, так. Вот она и поклевка. Вот она и поклевка. Карасика. Осторожно клюет. Давай, давай, веди. Окунь. Окушок, оказывается. Такой окунь. О, карасик. Карасик попался. Сразу повел. Быстро. Вот он такой. Красавец здесь у нас уже на крючке. По насадке у нас червь красный навозный. Насаживаем мы его полукольцами. Получается вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так, шесть. Вот так у нас получается. Опа, ты чё? Опа, чуть-чуть не ушел. Опа, на. Чуть не вылетел с ведра карасик. Опа, на. Все, кидаем уса под камыш. Вот так как-то.
Карась в камышах хлюпает, чмокает, стоит. Выходить с него не хочет. Поклевки слабые. Видать, он не голодный. Или выхода нету. А так стоишь вдоль камыша. Прямо он чмокает, ходит здесь по камышу. Вот он аккуратно по клюку. Карась какой хороший попался. Крупный прям. Такой, смотрите, прям хороший. Что с той парнишка? Ты уже дома. Лапти какие хорошие попадаются. Это вообще лапти прям хорошие. Так, заклевала. Давай. Вот, друзья, пару. Опа, красноперка попался. Красноперочка попался. Вот она, такая красноперка. Все, мы ее отпускаем, пускай плывет. Все, друзья, собираемся домой. Порыбачили немножко. Натаскали карасей. Клев у нас был удачный. Сейчас покажем, что поймали. Карасик клевал так себе, но булы крупненькие. Вот такой наш улов на сегодня. Вот такие карасики нам попались. Что, друзья, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Что, всем пока, до новых встреч.